В этом году украинцы уже второй раз заплатят налог на недвижимость. Его начисляют с прошлого года. Однако платежи пришли не всем. Ситуацию обещают контролировать жестче. Кому пришли квитанции, какие в них суммы и что будет, если налог на лишние метры не платить? Разбиралась Алла Чиж. Налогу на недвижимость уже два года, но с ним до сих пор путаница. С одной стороны, налоговикам не хватает актуальной информации об имеющихся у граждан метрах. С другой, ставка может меняться каждый год на усмотрение местных властей и в соответствии с ростом минимальной зарплаты. Есть ставки по 1%, есть ставки по 2%, але таких мест меньше. Має надійти рішення повідомлення до кожної людини, яка є власником тієї чи іншої квартири чи будинку, скільки людина повинна заплатити. Сергей получил письмо уведомления от местной налоговой. Мужчина владеет двухкомнатной квартирой в столичной новостройке. Ее площадь всего на несколько метров превышает необлагаемую норму. Тут 100 гривен, там плюс комиссия, каких-то 2 гривни. Надвишок по метрах там близько 2 метрів. Минулого року, коли я не отримав цю платіжку, я поїхав просто до податкової, показав всі документи, які в мене є на нерухомість. Вони це все проаналізували і цього разу вони вже прислали мені автоматично. Налогом, как и раньше, облагаются квартиры больше 60 метров и дома свыше 120. Платить придется не за всю площадь, а только за лишние метры. В столице 13 гривен 78 копеек за квадрат. Это 1% от прошлогодней минимальной зарплаты. В следующем году сумма будет почти вдвое больше – 24 гривны за метр. Но именно владельцев жилья в новостройках платежки могут обойти. Все потому, что фискальная служба берет данные из электронного реестра недвижимости, а информации в нем не достает. Немало квартир туда еще попросту не внесли. Соответственно, и квитанции их жильцы не получали, объясняет Сергей Доротич. Есть и те, кто намеренно скрывают недвижимость. Мені відомі вже схеми про виведення з експлуатації об'єктів, коли об'єкт виводиться на так звану реконструкцію, і він виймається з реєстру, і відповідно у суб'єкта з'являється право не платити податок, тому що об'єкт де-факто не введений в експлуатацію. Маніпуляціями будуть займатися владельці дворців і навіть етажей в багатоквартирних домах, предполагає експерт. Остальним українцям советують платити, іначе штраф за кожен місяць неоплати начисляють пеню, плюс 10% от суммы налога. Алла Чиж, Богдан Стрелец. Специально для телеканала «Донбасс».